Принцип единого окна в работе с клиентами с сегодняшнего дня реализован на муниципальном предприятии «Электросети». Оформить все необходимые бумаги и получить любую справку теперь можно в офисе обслуживания потребителей. Тему продолжит Антон Сапогов. Как и у всякого крупного предприятия, работа которого тесно связана с обслуживанием потребителей, у электросетей очень большой поток клиентов. Люди приходят оформить документы, получить справку, проконсультироваться. До сих пор эти услуги предоставлялись потребителям в нескольких разных офисах. Теперь они доступны в новом офисе, организованном по принципу единого окна. Для горожан это очень удобно. Нет нужды собирать справки и бумаги в разных частях города. Эта услуга будет в любом случае востребована, потому что, естественно, монополии, они были, есть и будут в государстве. Путь сокращает значительно, то есть раньше, вот представляете себя на месте, наверное, потребителя, то есть пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что, соответственно, здесь пришел, все ответы получил, все свои вопросы. Все мы прекрасно понимаем, что в эту работу были вовлечены все сотрудники предприятия. И сегодня я хочу сказать искренние слова благодарности всем вам, в связи с тем, что мы получили, как я понимаю, достаточно хороший результат. С открытием этого офиса наверняка вы будете открывать дополнительные виды услуг. И этот офис или центр, как вот сегодня можно его называть, центр, да, обслуживания населения, позволит вам этого сделать. У вас открываются еще новые большие горизонты в обслуживании нашего населения. Я очень рад, что за такое короткое время, я считаю, что это не очень большое время, 4 месяца, и мы видим реальный результат, который радует не только глаз, но и хотелось бы, чтобы это был функциональный центр, именно функциональный. Спасибо всем сотрудникам, которые приняли участие в этом, безусловно, ярчайшем мероприятии. Офис уже принимает клиентов. Да, чтобы я вас вызываю, вы меня отключили, перенесли и подключили. Электросети – это первое муниципальное предприятие в нашем городе, которое ввело в практику такую удобную форму работы со своими потребителями и партнерами. Антон Сапогов, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.